Всем доброе утро, друзья! Мирного неба над головой. Вот такой пустой сегодня корпус, но мы работаем. Вот у нас есть даже передачки, Татьяна их пакует. Есть еще немного товарчика, но мы уже распродались. И я иду к своей светулечке, потому что сегодня я от нее уезжаю. Оставляю ее не одну, но оставляю. Привет, светуля! Привет, моя курочка! Привет, моя Юлечка! Как дела? Юлечка, ну дела нормально, я же поводу продаю. Девочки, мы сейчас же тоже отправим, потому что мы сегодня отправим, это у нас, допустим, завтра комендантский час. А приехали на комендантскую часу. Мы сегодня отправили, посылочку получили. Юлечка, а что ты с чемоданом пришла до меня? Светочка, я же от тебя уезжаю. Смысл? Я тебя оставляю. Смысл уезжаешь, стараешься? Но ты понимаешь, у моего коханого просто день рождения, и мне надо отъехать на пару дней. Домой, на родину. Я к тебе вернусь. Дорогие мои пупички, вона коли мене зайшла з чемоданом, у мене серце тьохнуло, я думаю, воно мене дивить. Я, ти мене можеш покинути цим чемоданом. Я, Юлечка, я. Я не знаю, Сечка, можна спросити, що це такое у тебе? Цвет такой интересный. Это средство для ресничек. Я купила маслобойник. Я потом вам что-то покажу, там просто все уже распродали, купили. Но мне, я вам спрошу, мне обещали, что кроме средства, потому что много посредств, да? Да. Вот если хотите зайти, просто спросите. Дивите, я хоть своим покупщикам, я уже рассказала про средства, которые я купила для ресничек, потому что я реснички сняла, и дивите, тут даже кисточка продается. Представляете, Юлька, даже кисточка. Но тут много всего продалось, Юлечка. Мы сюда придем с тобой у вівторок, среду, потому что будет много-много-много всего средства. И мы идем до меня. Ну, давай. Ну, ребята, как вам, Светочка? Эффект держится после галактиды. Ты довольна, Юлечка? Я очень довольна. Светулечка, что ты всегда делаешь приятно, ты знаешь, да? Да. Ты у меня умничка, ты после этого заработала, дорогие мои пупички. Потому что я на моих временах была, ну, такой могу крутить, ну, и так робити її. Но она у меня очень хорошая, у меня все девочки хорошие. Юлечка, это первый оператор, который выдержал меня. Ее, наверное, по жизни, не знаю, что треба зробити. Асенька, Валюшка, у меня хорошая. Но Юлечка у меня сама первая, самая такая молоденькая. Такая, дивіться, подивіться на її волосики, подивіться на її красоту. Дорогі мої попічки, ви взагалі представляєте, що вона від мене уїжджає. Вона уїжджає за цим, да, Юль, там. За цим, на цим чемоданом. І з рюкзаком ще. Дивіться, вона від мене уїжджає за цим боком. Ось, а, він легкий, дивіться, я його беру. Видиш, ненадовго ж уїжджає. Ненадовго. Зачем ти від мене уїжджаєш? Зачем? З вещами? Так. Ви представляєте, вона вже раз їхала від мене, покинула мене на півгода, так? Так, півгода в мене. Полгода я була без неї. Ви представляєте? Вона так пережила, вона говорить, Цвіта, як же ви будете? А що ви будете? А я кажу, Юлечка, як мені монтувати? Я буду висилати. І ви знаєте, потім мені Юлечка дзвонить, говорить, Цвіта, я в шокі. Ти, Цвіта, ви творите чудеса. Ну, це ж дід Цвіта. Дорогі мої підписчики, ви знаєте, ми з вами, Юлечка з вами, буквально 2-3 дня прощається зі мною. Тож вона коли зайшла з чемоданом, я думала, в мене серце стане і взагалі не заб'ється. Но мы с вами прощаемся ненадолго, мы сейчас с вами сегодня едем за мной до моей мамулечки. Пока я, получается, отправляю Юлечку и уезжаю до мамулечки. Мы с вами временно прощаемся, говорим вам до свидания, и мы вас целуем, любим и ждем.